Слушайте, ничего забавнее и смешнее я давно, честно говоря, не видел. Это, по-моему, были самые смешные дебаты, ну, по крайней мере, уж точно за всю историю Украины. И эпизод, когда Порошенко, гордеца, альфа-самца, владельца заводов, пароходов, который считает всех людей быдлом, народ плебсом, заставил Коломойские компании встать на колени, это, знаете ли, дорогого стоит. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка, і вас запрошу. Понимаете, как вот в это время хохотал Коломойский, когда Порошенко вынудили встать на колени перед украинским народом. И то этот клоун, я сейчас не про Зеленского, заметьте, встал на колени, но повернулся жопой к украинскому народу. Его вынудили встать на колени, но он встал на колени и показал всем, грубо говоря, свою задницу.